Ну что, ты уже поправился? Ты уже отошла Рыжика. Рыжика сегодня кастрировали. Да, моего зайка кастрировали сегодня. Ну что делать, скажи, да, мой золотой? Ну да, да, да. Ну ладно. А остальных девочек всех стерилизовали. Кастрировали сегодня двоих. И стерилизовали 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Фух. Вот нас сколько. Нас много. Мы сегодня стерилизовали Сержику, ребята. Нашу трехлапочку Сержику. Сегодня мы ее стерилизовали. Ничего, это последняя боль в ее жизни. Я надеюсь, все у нас будет хорошо. Сегодня у нас операционный день. Сегодня у нас, ребята, проблем много. Но ничего, кому-то удалили прибылые пальчики. Мы сегодня делали все сразу. Да, малышка? Сегодня всех стерилизовали. Сегодня у нас операционный день. Рыжик. Рыжик уже быстро. Под кастрацией ребята отходят быстро. Остальные тяжело. Но другого выхода пока нет. Друзья, нам очень нужна помощь в оплате вот этих операций. Каждая девочка стоит стерилизация 3000. И я прошу, ребята, если можно, помогите нам оплатить этот долг. Врачи приезжали на дом и оперировали мы вот так сразу, все вместе дома. Мы всегда так делаем, когда у нас накапливается много-много девочек. Я прошу помощи для оплаты вот этих стерилизаций. Ребята, это вынужденная мера, и я очень-очень, друзья, прошу вас, помогите нам, пожалуйста. Помогите нам оплатить этот долг. О, долг в общей сложности вместе с вызовом врача стоит 43 тысячи. То есть операции и стерилизации, и кастрации 43 тысячи мы набежало у нас. Пожалуйста, помогите. Чек я предоставлю. Спасибо большое всем, кто отзовется. Доброго здоровья вам всем, друзья.